А мэр Воркуты Ярослав Шапошников тем временем выступил за возвращение в схему теплоснабжения ТЭЦ-1. В сентябре город перешел на мощности ЦВК, а ТЭЦ-1 ушла на консервацию. Жители с тех пор массово жалуются на теплые вместо горячих батареи, хотя настоящих морозов в Заполярье еще не было. Как пишет на своей странице в соцсети градоначальник, сбор всей информации технического обоснования занял много времени. Специалистами выявлена основная причина проблем с теплом в отдельных районах. Это исключение ТЭЦ-1 из схемы теплоснабжения. Муниципальные теплосети и теплопункты при данном температурном режиме ЦВК работают на полную мощность без запаса резерва. И даже при этом эффективность подачи теплоносителя в отдаленные районы занижена. Выходит, нужно либо повышать температурный график, либо возвращать в схему теплоснабжения ТЭЦ-1. Официальные документы с обоснованием будут направлены в ближайшее время в ПАУ Т+.